Сегодня утром из циркуляции автобусов большой вместимости по междугородным трассам Свердловщины выпала одна единица. Дело было в Нижней Туре, где в центре города высится шайтан в виде одноименной горы, а местные огнеборцы в 7.21 получили вызов на автостанцию. За несколько минут до этого на нее же прибыл, преодолев 41 километр по трассе, будущий погорелец из Качканара, шибко похожий на Kia Grand Bird. И вот как-то так удачно получилось, что только после того, как весь салон опорожнился, водитель услышал сзади хлопок и понял, что он типа подбит. Двигатель при этом продолжал исправно молотить, так что автопилот, прямо как летчик-герой, решил дотянуть, если не до леса, то подальше от людей и автостанции, и в итоге очаг пожара он задним ходом почти воткнул в сугроб на самом дальнем краю пустынной парковки, и там ждал пожарных. Водителя ты чего не выпускают? А, и он еще и работает, автобус. Более того, на него уже и билеты были проданы тем, кто собирался часам к 8 утра попасть в Качканар из Нижней Туры. Но, сами понимаете, поехали не на чем-то другом. Пожарная же, подогнав какую-то близкую родственницу бочки с пивом, уверенно залили пенным коктейлем Риббентропа, снимающим симптомы от коктейля Молотова, заднюю часть автобуса, чем не дали красному петуху сожрать большую птицу Kia целиком. Через некоторое время, почистив перышки, она, глядишь, еще полетает.